Всем привет! Наша с вами большая цель — сдать ЕГЭ на супербаллы и поступить в вуз мечты. Я сама когда-то проходила этот путь, и в этом видео я хочу поделиться с вами некоторыми советами, которые помогут вам легко влиться в такую интересную, увлекательную студенческую жизнь. Итак, поехали! Во-первых, сразу же решите, где вы будете жить. Здесь есть несколько вариантов: с родителями, в общежитии или на съемной квартире. Про вариант проживания с родителями мы не будем долго говорить, потому что здесь и так все понятно. Однако, если вы планируете жить в общежитии, сильно рекомендую посетить его до начала учебы. Нередко бывает так, что вуз супер, а общежитие оставляет желать лучшего. Лично у меня было так же, когда я при поступлении выбрала престижный вуз, но приехав в общежитие, я просто ужаснулась условиям. Если вы не готовы терпеть тараканов, грязь, сомнительных соседей, что иногда бывает, всегда есть другие варианты. Например, можно снимать квартиру вместе с одногруппниками или снимать жилье самостоятельно, если позволяют средства. Однако с одногруппниками, конечно, веселее. Во-вторых, с первых дней учебы запомните фразу: сначала вы работаете на зачетку, а потом зачетка работает на вас. Когда вы не пропускаете пары, делаете домашние задания, активно участвуете в семинарах, профессора зачастую предоставляют разные плюшки в виде экзаменов и зачетов автоматом или какого-то количества разрешенных пропусков в семестр без ущерба для вашей успеваемости. Чем более дисциплинированно вы будете все делать, тем больше у вас шансов закончить свое обучение максимально легко. Не упускайте, пожалуйста, эту возможность. Кстати, красный диплом – это супер шанс уехать учиться за границу. Но это так, на заметку. В-третьих, участвуйте в академических и культурных мероприятиях вуза. Пробуйте себя в научных конференциях, изучайте иностранный язык, подтверждайте его уровень международным экзаменом, заведите как можно больше знакомств, общайтесь. Если вы любите искусство, в каждом вузе есть танцевальные и вокальные ансамбли. Ваша задача – обязательно участвовать хоть где-нибудь. Эти пункты потом пойдут в ваше резюме, а значит, это весомый вклад в вашу будущую карьеру. В-четвертых, не нужно терпеть. С первого курса обычно становится понятно, нравится вам выбранная специальность или вуз, или нет. И если так получилось, что вам не нравится, не нужно бояться уйти. Всегда есть варианты перепоступить, перевестись, сдать ЕГЭ и снова поступить. В общем, ничего не нужно терпеть, абсолютно все здесь решаемо. В-пятых, не относитесь, пожалуйста, к учебе как к истине в последней инстанции. Я очень часто наблюдаю эту драму у студентов, когда они думают, что все, это профессия на всю жизнь, я должен выбрать сейчас или никогда, иначе я выйду и буду никем. Ребят, дорогие мои, прошли те времена, когда мы отучились, 50 лет отработали на одном месте, вышли на пенсию и умерли. За свою жизнь вы еще не раз смените направление деятельности, профессию. Поэтому, пожалуйста, относитесь к своей учебе чуть играючи. Учеба в вузе должна дать вам soft skills, которые потом пригодятся вам в абсолютно любой сфере. Ну и, конечно же, берите от этого великолепного периода максимум. И пусть ваш вуз мечты будет приносить вам только удовольствие. Ну а я с удовольствием приглашаю вас на наш курс по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, если сейчас вы пока еще только на пути к вузу мечты. Всем пока!